Неизвестное животное появилось в одном из грузинских сел. Это и не котенок, и не щенок. Принадлежность к семейству кошачьих в нем выдает характерный нос и строение лап. В остальном его не отличить от собаки. Посмотреть на чудо-зверя собираются люди со всей округи. Необычным случаем заинтересовались и зоологи. С одной стороны, они категорически исключают вероятность скрещивания разных биологических видов. Однако факты – вещь упрямая.